Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас в наш новый проект, который называется «Мастер-класс пуловер-парусник». Это новый формат, который мы предлагаем для тех, кто хотел бы связать свое первое подарочное изделие с нуля. В особенности мы рассчитываем на тех, кто делает первые шаги, но в преддверии Нового года хочет связать не рукавичку или шарфик или палантин, а все-таки какое-то более серьезное изделие, которое произведет впечатление на адресат. И именно в рамках этого нашего пожелания мы придумали этот мастер-класс, который является 4-м уроком нашего 3-го курса машинного вязания студентов, которые начали с сентября. Этот урок очень прост и рассчитан действительно на новичков, потому что методика нашего обучения строится на постепенном, последовательном увеличении сложности. И мы стремимся создавать эффектные изделия, но как можно более простыми способами. Вот данное изделие создано на основе прямых форм и доступно тем, кто умеет вязать прямоугольник. Все остальное мы покажем вам в мастер-классе, и, выполняя задание последовательно, все у вас получится. Урок разбит на несколько частей, и первое – это снятие мерок, построение выкройки и расчет плотности вязания из той пряжи, которую вы будете выполнять это изделие. Второе – это вязание верхней части, это сплошные рукава. Третий – это вязание спинки и воротника, это два отдельных изделия. Четвертый – вязание переда с накладным карманом. И пятый – это сборка и отделка. Формат этого мастер-класса такой, что вы получаете следующее задание только в том случае, если сдали отчет по предыдущему. И поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, которые вам мешают выполнить это задание, то вы пишете свои вопросы в закрытой мастер-группе, которая создана для проведения этого мастер-класса. Сейчас эта группа пока пустая, но 20 ноября она будет заполнена участниками этого мастер-класса, и вы сможете общаться между собой и сможете задавать вопросы прямо в чате, либо обращаясь непосредственно к Наталье и ко мне. Напомню, что уровень сложности – это рассчитано на тех, кто делает первые шаги, так как мастер-класс разбит на части, и вы получаете продолжение только в том случае, если сдали предыдущий отчет, то мы будем видеть, у кого какие проблемы, у кого что-то не получается, и будем помогать вам выполнить это задание. Этот формат поможет вам дойти до конца и провязать и сдать это готовое изделие либо на куклу, либо на ребенка. Мастер-класс настолько подробный, что вы можете сразу вязать на ребенка. И мы поможем вам с расчетами, поможем вам с построением выкройки. Стоимость мастер-класса 500 рублей до момента начала проведения, то есть до 0 часов 20 ноября. После того, как мастер-класс запущен, присоединиться к нему по этой стоимости у вас уже не получится. Поэтому, если вы хотите создать свой первый дизайнерский пуловер, переходите по ссылке под этим видео, оплачивайте, заполняйте форму оплаты, на которой вы можете указать ваше фамилию, имя и электронную почту. При оплате мы сразу же видим эти реквизиты и сможем вас подписать в этот мастер-класс. Напомню, что мастер-класс стартует 20 ноября. После того, как он начнет, стоимость этой записи будет составлять 1000 рублей. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.